Всем привет, меня зовут Алана Мамаева, я из города Дигары. Начала заниматься музыкой с 10 лет, но я пела пока в РДК районном, вот. А дальше я поступила в пединституте, при институте есть колледж музыкального образования. Вот, до сих пор учусь, я на втором курсе сейчас. Я о проекте узнала от подруги, она мне сказала. Я предпочитаю петь оперу, слушать ее. Кроме оперы, я еще слушаю романсы. Также в свободное время я люблю читать стихи и философию жизни. Я хочу приветы передать своим друзьям, вот, подругам, родным своим. Я их очень люблю. Надеюсь, они меня поддержат. Сегодня я исполню песню «Любимый мой», которую исполняет Юта. Я участвую в проекте X3Mix на канале Медиа 15. Солнце да яркое, белое. Объятия, сердце да девичье ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Самой до зари.